Технические новинки ежедневно радуют и облегчают нашу жизнь. В одном из выпусков новостей мы познакомили вас с флуорокамерой. Сегодня особое внимание уделим инфракрасной сауне. Что это такое, как работает, выясним, попробовав на себе курс «Полное погружение». В спа-центре Grand Fluat сначала вы проходите стандартную процедуру флуорокамеры. Если кто забыл, напомним, что флуоратинг – это погружение в соляной раствор, который положительно воздействует на кожу. Так возможно достичь полного расслабления, очистить кожу и зарядиться энергией. Итак, пришло время познакомить вас с инфракрасной сауной. Это кабинка из натурального кедрового дерева. Инфракрасное тепло прогревает все ваше тело. Это способствует тому, что чувствуете вы себя намного лучше, уходит усталость и нервное напряжение и восстанавливаются силы. Волны прогревают кожу глубоко, на 4-5 см. При этом температурный режим щадящий. В кабинке она держится в пределах 43-50 градусов. При этом кислород не выжигается, жесткого излучения нет. Но если вам вдруг стало не по себе, можно открыть двери. На эффективность процедуры это не влияет. В услугу «Полное погружение» еще входит расслабляющий массаж. Самое то для любителей релакса и ароматерапии. Ну а чашечка травяного чая добавит нотку вкуса, и сеанс запомнится вам надолго. Телеканал «Новый век» рекомендует спа-центр «Grand Fluat» на Красноармейской 219. Приходите и получайте удовольствие.